чтобы она с вами была в записи, очень важно. Так, еще раз запись всем. Да, все, запись пошла. Еще раз всем добрый день. Меня зовут Вячеслав. У нас сегодня с вами вебинар. Это у нас очередной вебинар. Мы с вами не так давно, 6 января, проводили вебинар, который был на тему фокусной программы. И после того вебинара, 6 января, я получил очень много живого отклика. И там, ну, многие из вас писали, что вам эта тема очень откликается, и я решил, что то есть нам надо провести еще один вебинар на эту тему для того, чтобы мы с вами немножко глубже пошли в тему вот этого фокуса партнерской программы на 2021 год. Вот, поэтому сегодня у нас с вами вторая серия первого сезона. Мы с вами сегодня еще глубже пойдем в эту тему. Значит, но, пользуясь случаем, то, что я сейчас в эфире онлайн, я не могу сказать про итоги года. 6-7 февраля – это самое главное мероприятие, самое важное мероприятие вообще у нас с вами, в нашем бизнесе. И итоги года 6-7 февраля, и я не знали, вы не знали, но у нас 25 января есть повышение цены. Мы об этом писали, но, как я понимаю, не все об этом, далеко не все об этом знают. Поэтому я должен вам об этом сказать. 25 января, то есть в следующий понедельник, будет повышение билета, по-моему, поднимется, по-моему, на 1000 рублей. Вот. И эта акция для тех, кто любит принимать решения в последний момент. Вот. Поэтому 25 января у нас будет повышение. Имейте в виду и скажите всем тем, кто вам говорит, что я там в конце приму решение. Значит, так, об этом сказал, и можем с вами переходить уже к непосредственно к самой теме. Значит, фокус партнерской программы 2, вторая серия первого сезона. Мы с вами сегодня еще раз поговорим про фокус на 2021 год. Мы с вами 6 января говорили о том, что у нас есть в нашем бизнесе есть одно действие, которое должен делать абсолютно любой партнер. И это действие заключается, то есть это очень простое действие, оно заключается в том, что в этом бизнесе нужно каждый месяц делать определенную работу. То есть это работа по работе в первую линию, по приглашению двух новых партнеров каждый месяц. Значит, и если бы, например, вот мой опыт взять, мой опыт работы в партнерских программах за уже почти 15 лет, то это, наверное, ну, единственное действие, которое, скажем так, отвечает вообще абсолютно на все вопросы, четко бьет в цель. Это действие, когда вы лично приглашаете каждый месяц два новых партнера. И я вас призывал к тому, чтобы мы с вами один год вот в этом ритме. То есть взять вот эту стратегию на 2021 год и один год поработать в таком темпе. Вы увидите, что на самом деле все очень быстро, очень сильно поменяется, потому что вы будете сфокусированы на каком-то конкретном действии, и у вас будут результаты, то есть бизнес начнет работать. Почему это важно? Потому что вот у нас, когда человек приходит в бизнес, новичок приходит в бизнес, значит, у него, когда только-только человек пришел, у него, на него сваливается огромное количество информации, то есть огромное количество обучения, то есть нужно обучиться продукту, нужно обучаться там внедрению, нужно, значит, обучаться, как делать звонки, встречи и так далее. И, как правило, новичок вот в этой информационном шуме, вот в этом информационном потоке он тонет, то есть у него нет определенного фокуса, то есть куда, что нужно делать, куда идти конкретно. Вот. И вот эта вот история, два новых партнера в первый, то есть в каждый месяц два новых партнера, она, по сути, новичка фокусирует на какие-то конкретные определенные действия. И давайте посмотрим, какие бонусы нам принесет вот эта система, когда мы с вами договоримся, что каждый месяц, абсолютно каждый партнер фокусируется на этом действии, и два новых партнера ежемесячно приглашает в первую линию. Во-первых, это 24 новых партнера в первой линии. Еще раз, мы с вами договариваемся о том, что мы хотим поработать вот таким образом. Еще раз, я вас просто призываю, вы, не знаю, просто доверьтесь и решите для себя, что 21 год вы поработаете таким образом. Мы с вами в конце нового вебинара, мы с вами поговорим о финансовых результатах. Вы увидите, каким финансовым результатом это может привести. Вроде бы вот это вот простое действие, к чему потом может привести в итоге за один год. Один год в нашей жизни – это очень-очень короткий промежуток. Но вот этот один год, если мы сфокусированно бьем в одну цель, в одну точку, может принести нам огромные результаты. Вы знаете, вода камень точит, да, или
фраза, которую приписывает Брюс Ли, он говорит о том, что я не боюсь тех людей, которые знают 1000 приемов, я боюсь тех людей, которые тренируют один прием 1000 раз. То есть если мы с вами планомерно, постоянно делаем одни и те же действия каждый день, по чуть-чуть, в итоге это приводит к очень большому результату. И если бы, ну, например, сейчас вот человек пришел бы ко мне в первую линию, он бы спросил у меня, что здесь нужно делать в этом бизнесе, я бы ему ответил, что этот бизнес, он очень простой, очень простой. На самом деле он кажется сложный, потому что, ну, там, вокруг него очень много там информации, вроде бы действий, которые нужно делать. На самом деле он очень простой, потому что вся твоя деятельность должна сводиться к одному единственному фокусу. Это два личных партнера, все, больше ничего не надо делать. То есть вся твоя деятельность, еще раз, должна сводиться к конкретному результату. То есть все, что бы ты ни делал, это должно приводить к конкретному результату. Два лично приглашенных партнера в первую линию. Все, больше ничего не надо делать. И мы с вами договорились о том, что мы целый год вот в таком темпе поработаем, в таком ритме поработаем. И давайте посмотрим, к чему это приведет. То есть что мы, чему мы научимся за этот год и какие результаты у нас получатся за этот год. Значит, во-первых, это 24 новых партнера в первой линии. Еще раз, это на любом пакете. Это не важно, то есть это пакет старт-селлер, это может быть пакет бизнес, это может быть VIP или премиум, не имеет значения. На самом деле вы можете даже партнеров регистрировать просто на пакет старт-селлер. Все равно срабатывает конверсия, срабатывает статистика, и будут все равно партнеры, которые будут конвертироваться в большой пакет. Вот, поэтому не имеет значения, на каком пакете. Главное, чтобы человек для себя принял решение по партнерству. Это может быть клиент-партнер. Был клиентом, перешел в партнеры, это то считается. Затем, что это еще? Это, смотрите, вот два лично приглашенных в месяц. Это абсолютно нормальный, комфортный ритм. Я не говорю о том, что надо сейчас там включать там пятую, шестую передачу и гнать со всей силы и там, ну, регистрировать огромное количество. Нет. То есть мы с вами выбираем определенный ритм. Еще раз, с этим ритмом справится абсолютно любой человек. Не то, что среднестатистический человек, а это с этим ритмом может справиться абсолютно любой человек. То есть это всего лишь две регистрации в месяц. То есть как вообще может происходить работа человека? То есть вот человек зарегистрировался, как у него может происходить работа? Да, старт-селлеры тоже могут. То есть мы старт-селлеры тоже считаем партнером. Значит, вот, например, у вас начался месяц. Ну, или там сейчас у нас идет месяц январь, вам в этом месяце нужно сделать две регистрации. Неважно, это тоже могут быть старт-селлеры. Вы сделали две регистрации, и затем ваша задача дальнейшая – это запуск новичка, то есть сделать так, чтобы он запустился в работу. Для этого вам нужно с ним провести 5 встреч. С каждым новичком, то есть у вас два новичка, с каждым новичком провести 5 встреч. Это ваша обязанность как куратора, это ваша обязанность как родителя, ответственность как родителя показать, как эти встречи делать. Вы можете сделать вживую или, например, офлайн, но ваша задача провести 5 встреч. Это тоже немного, это тоже комфортный ритм. То есть вы фокусируете вашего новичка на то, чтобы он вам сделал 5 встреч, где вы ему будете помогать. Как только вы ему 5 встреч провели, в принципе, этого достаточно для того, чтобы все следующие встречи новичок проводил уже сам. То есть новый партнер, он уже должен сам все встречи проводить. Вы же не хотите воспитывать партнеров, которые будут там всю жизнь сидеть на вашей шее и без вас там ни шага не смогут сделать. Поэтому 5 встреч – это достаточно для того, чтобы партнер научился и потом уже дальше эти встречи начал делать. У вас будут в бизнесе приходить люди, которые там, вы им две встречи проведете, они скажут, все, я понял, все, мне достаточно, я побежал сам делать встречу, вот, и будут такие люди приходить. Будут люди приходить, которые будут говорить, что мне нужна шестая, седьмая, восьмая, потому что я не понял, нужно отсекать. 5 встреч – это достаточно для того, чтобы человек разобрался. Если он, если у него есть какие-то страхи дальше проводить встречи, это уже там другой предмет разговора. То есть с ним нужно уже вот эти вещи обсуждать. Но 5 встреч – этого достаточно. И как только вы это сделали, у вас запускается потом новый цикл, то есть наступает новый месяц, и новый цикл пошел. То есть еще раз, месячная работа – это две регистрации вы сделали, затем запустили новичка, сделали ему 5 встреч, и начался новый месяц, снова две новые регистрации и 5 встреч. То есть, например, январь, 2 новичка, вы им провели 5 встреч, все окей, запустили работу. Начался февраль, у нас 1 февраля. Это говорит о том, что вам нужно снова запускать 2 новичка, то есть регистрировать 2 новичка и их снова запускать в работу. Начался март, снова новый цикл. Понятно, что вы 5 встреч провели, потом вы с вашими новичками
уже просто на телефоне, это могут быть трехсторонние там, звонки, это могут быть какие-то консультации, на которые они записываются к вам, у них есть какие-то вопросы по бизнесу, они к вам звонят, записываются на консультацию, и вы им с ними об этом разговариваете. Это ваша работа. Но, в принципе, вот работа на этом и заканчивается. То есть дальнейшая, в смысле, работа с вашими людьми, которых вы запустили в бизнес, это вот звонки и трехсторонние встречи. Затем, во-первых, это, то есть, это работа. Дальше. Это также правильное включение в работу. Смотрите, вот этот ритм, вот этот темп, два новичка, запуск, потом два новичка, запуск, приводит к тому, что у вас формируется правильное, скажем так, правильное включение в работу. Во-первых, у новичка всегда есть четкий фокус. То есть, когда к вам приходит новичок, то есть вы регистрируете человека, он вас спрашивает, что здесь в этом бизнесе надо делать. Вы можете ему рассказывать, у нас есть там продукт, у нас там есть внедрение там, и так далее, у нас вообще есть много чего, но вся абсолютно, вот вся твоя работа должна, то есть все твои действия должны приводить к конкретному результату. Тебе нужно каждый месяц два новых человека регистрировать в первую линию. Это задача, это, ну, то есть это то, что делаем мы все. Это то, что является нормой. И если ты этого не делаешь, то это аномалия. То есть ты, значит, что-то не то делаешь. То есть ты должен сейчас, вот второе, то есть у него есть в начале цель, а затем он проходит обучение. То есть вы ему говорите, что ты, у тебя есть цель конкретная, то есть конкретный результат, который ты должен создавать каждый месяц, это два приглашения, то есть два личных в первую линию. А теперь уже сам выбирай обучение, которое тебе нужно для того, чтобы этот результат получить. Чувствуете разницу, да? Когда человек приходит в бизнес, и у него нет конкретной задачи, на него идет огромное количество информации, инфополя, обучения и так далее, и он просто начинает тонуть в этом огромном море информации. Но когда у него есть вот этот маяк, фокус, для чего ему нужно это обучение? Ему это обучение нужно, еще раз, для того, чтобы в результате он каждый месяц мог регистрировать два новичка. Может быть, это через клиента. То есть он поработал с продуктом, завел клиента, и тот перешел в партнера. Может быть, это просто работа с партнерами и так далее. Может быть, это на теплом рынке или на холодном рынке. Вот теперь он же сам выбирает то обучение, которое ему нужно, потому что он знает, у меня есть задача два лично приглашенных. Понимаете разницу? Одно дело, когда человек пришел, у него нет конкретной задачи, и он просто вот в этом инфополе плавает. Другое дело, когда человек пришел с конкретной задачей, то есть у него появилась цель, и потом он уже под эту цель выбирает обучение. Идем дальше. Значит, еще раз повторюсь, провести 5 встреч этому новичку, то есть вы его таким образом запускаете. Затем, после того, как вы провели 5 встреч, вы уже говорите о том, что все, ты уже взрослый, давай вперед, сам встречу, пожалуйста, проводи, потому что тебе нужно самому расти. Есть такое в психологии, есть такое понятие сепарация, сепарация от родителей. То есть когда, значит, ребенок родился, он маленький, мы о нем заботимся, он там пошел в садик, в школу там, и так далее, потом пошел там, в институт, и где-то вот на этапе 17-18 лет должна происходить сепарация от родителей. Что такое сепарация от родителей? Это когда родители начинают отдаляться от ребенка для того, чтобы он вышел в жизнь, и первая задача этого человека, когда он выходит в жизнь, это начать обеспечивать себя сам. То есть первая задача человека – это научиться самому себя обеспечивать, там, зарабатывать деньги для того, чтобы купить себе еды, там, снять жилье или купить жилье и так далее. Этот человек растет, и правильно, когда родители начинают сепарироваться, то есть начинают отдаляться, потому что если родители очень долго находятся с ребенком, у ребенка не происходит роста, то есть у него нет вот этих вызовов, которые бросает ему жизнь. И дальше уже по мере того, как человек растет, там, после 20, у него уже там следующая задача, он научился себя обеспечивать, следующая задача у него – это найти себе пару и создать ячейку общества для того, чтобы взять на себя ответственность за людей, за других людей там, и так далее, и для того, чтобы человек в социуме рос. И вот такой человек является полноценной личностью, и он является, полезен обществу, да, этот человек. И вот этот момент вот сепарации, разделения, тогда, когда у человек становится самостоятельной личностью, и он становится полезным обществу. У нас то же самое, на самом деле, история, когда мы с вами заводим партнера, мы, по сути, как родители для него.
И наша задача первое время это за ним заботиться, показать ему встречи, там, обучение дать и так далее. Но в нужный момент, вот этот момент должен происходить нужный, когда мы начинаем отдаляться. То есть мы начинаем сепарироваться. То есть почему? Потому что есть очень много фраз в бизнесе, когда лидер не растет в тени другого лидера. Или, например, когда вы за человека работу делаете, вы на самом деле отнимаете у него его силу, его ответственность. И здесь очень важно нормальному, грамотному куратору вот эту вот грань поймать. То есть найти вот этот момент, когда я начинаю отдаляться от человека. Вы знаете, я тоже 15 лет в этом бизнесе, мы боимся, что человек не справится, что у него не получится, или, например, я лучше там за него встречи сделаю, там и так далее. Но вы же не хотите воспитывать людей, которые просто там сели к вам на плечи, свесили ножки и значит, ничего не делают. На самом деле вы же в идеале хотите бизнес, который работает без вас. То есть вы хотели бы в вашем бизнесе иметь самостоятельных, полноценных партнеров, которые полезны обществу и которые сами развиваются. То есть они сами свои семьи создают, то есть они сами, значит, команды свои растят и так далее. То есть мы же этого хотим. Поэтому вот это очень важный момент, вот эта вот сепарация. И это, знаете, как птенец из гнезда. То есть когда птенец вырастает, то есть вначале птенец вылупляется, значит, взрослые птицы, мама и папа его кормят. То есть они прилетают и, значит, ему в клюв кладут червячков, да, вот, и через некоторое время, знаете, да, что когда птенец уже вырастает, значит, взрослые птицы, они его начинают выкидывать из гнезда, и здесь два варианта, первое, либо птенец разбивается, либо он начинает летать, по-другому птенец летать не научится, то есть птенец научится летать только тогда, когда он летит головой вниз. Вот. И если, например, вот этот момент переждать, когда птенец там вырастет, то вот этот птенец уже большой, опять, он начнет другие яйца выкидывать для того, чтобы конкуренцию, то есть избавляться от конкуренции для того, чтобы ему приносили вот этих червячков. И понятно, что никакая птица не хочет, взрослая птица не хочет вырастить вот такого вот птенца, который просто сидит на шее. Поэтому вот этот момент сепарации, он очень важен. Позаботиться о партнере, но в какой-то момент уже отойти. Поэтому вот этот наш с вами комфортный ритм работы, когда вы человека зарегистрировали и вы провели ему 5 встреч, вот это как раз-таки время, когда он, то есть ему время научиться, и после 5 встреч он уже идет на свою собственную первую встречу. Вот это очень важный момент. И у вас пошел цикл новый. То есть вы зарегистрировали, прошли вот по этому циклу, сделали 5 встреч, месяц начался, вы пошли новые делать новые первые регистрации в первую линию. Значит, что здесь еще хорошего вот в этой истории? Смотрите, вам всегда есть с кем работать. То есть вам не скучно. Что значит всегда есть с кем работать? Значит, это говорит о том, что у вас никогда не возникает жалобы на то, что ваши партнеры не работают. Жалоба, то, что мои партнеры не работают, она звучит только тогда, когда человек уже там лет 5 никого не приглашал, и у него в команде такие же 2 землекопа, как он, которые тоже никого не приглашали. Понятно, что он жалуется на этих партнеров, и ему скучно, ему не с кем работать. Но когда у вас есть вот этот ритм, вы каждый месяц регистрируете 2 новых партнера, то есть запустили 2 новых партнера, в следующий месяц 2 новых партнера, у вас эти с первого месяца вам звонят, с января, говорит, мне нужны трешки. Вы с этими работаете, 5 встреч проводите. Потом в март пошли. У вас в марте еще 2 новых личника. У вас там постоянно приходят 3-сторонние звонки. И в идеале работа нормального, хорошего лидера, тогда, когда вы просто выделяете время своей команде, они сами записываются на консультации, на трешки и так далее. И вам тогда всегда есть с кем работать. Вам вообще никогда не скучно. И вы никогда не... То есть у вас никогда даже не возникнет пожаловаться на то, что ваши люди не работают. Потому что у вас всегда в команде будет вот это вот бурление, встречи, трешки там и так далее. Вот, поэтому скучно... Жить будет не скучно, это точно. Так, затем, что еще важно? Это свежая кровь. Смотрите. Каждые вот 2 новых человека каждый месяц, это как будто бы вот, ну, ваша команда, это как озеро, да, и если в озеро не приходят ручейки новые, свежие ручейки, ваше озеро превращается в болото. И вот команды некоторых людей, некоторых там партнеров, лидеров можно характеризовать как болото, потому что там ничего не происходит, там какие-то брожения непонятные, какие-то, в общем, ну, непонятная какая-то история. Вот. Поэтому, чтобы ваша команда не была болотом,
Туда нужно постоянно запускать свежую кровь. Просто поймите, что каждый новый человек – это целое направление. Это целая вселенная. То есть это новые мысли, новые идеи, это какие-то новые желания. Вы через этих людей растете, поймите. То есть если вы не коммуницируете в этом мире с новыми людьми и не присоединяете свой бизнес новых людей, вы начинаете стагнировать. Вам нужен рост. Мы всегда растем, стукаясь друг от друга. То есть мы развиваемся за счет того, что мы друг с другом общаемся, потому что каждый новый человек нам дает что-то новое. И когда новый человек приходит в твой бизнес, это для тебя в разы лучше. Вот знаете, вот когда вы каждый месяц вы регистрируете человека, два человека, и они вам приходят что-то рассказывать. Я просто своего опыта вспоминаю, что кто-то приходит, какую-то свою цель называет. И я начинаю, меня начинает что-то на это отвлекаться. Кто-то приходит и говорит: слушай, почему бы вот не так вот сделать? Вот как бы я вижу, что можно было бы вот лучше сделать вот так. И ты садишься, смотришь на свою систему и действительно понимаешь, что это свежий взгляд, и действительно, почему бы нам вот так не сделать? Какой-то человек приходит и говорит: слушай, мне нравится ваша история, но у меня есть знакомый, который прям, мне кажется, вот под эту историю вообще заточен. И он приводит нового человека. Просто поймите, что это надо делать. То есть вы таким образом запускаете, в общем, даете свежую кровь. То есть у вас есть постоянно свежесть в вашем бизнесе. Это тоже очень важно. Так, что у нас еще? Еще очень важный момент – это дубликация. Дубликация. То есть, вы знаете, да, наш партнер, они как наши дети, они не делают то, что вы им говорите, они делают то, что делаете вы. То есть вы можете им говорить вообще все, что угодно, но они копируют ваши действия. Поэтому если вы каждый месяц фокусированы на одном, на регистрации двух новых партнеров, ваша команда, она будет делать то же самое, то есть она вас будет дублицировать. Причем, вы знаете, я в своем бизнесе замечал, что иногда бывало даже так, что лидер работает где-то там в одном регионе, а его команда в другом, и они не видятся. Но команды, они как-то подсознательно, что ли, я не знаю, они начинают, какая-то связь происходит, они начинают делать то, что он делает в другом регионе. Я у себя это видел. Подтверждение вот этой истории. Потому что мы все равно с вами, то есть команды собираются по каким-то определенным, то есть, ваши люди всегда к вам придут. То есть к вам в команду приходят именно ваши люди, которые с вами каким-то образом связаны. Вот. И они каким-то образом вас очень хорошо чувствуют. Поэтому они делают то, что делаете вы. Поэтому вот все начинается, мы говорим, рыба гниет с головы. Все начинается с вас. В первой части нашего вебинара, в первом вебинаре я говорил о том, что мы взаимодействуем с миром, то есть мы даем в мир энергию, мир отдает энергию нам. И мы понимаем, что в этой конструкции я первично, то есть все начинается с нас. И то же самое в наших командах тоже. Поэтому достаточно того, что вы начнете фокусироваться, как ваши люди тоже начнут это делать. Возможно, вы даже можете им об этом не говорить. Они на каком-то уровне будут это считывать и будут делать то же самое, что и вы. Поэтому это тоже очень важно. И давайте подойдем уже к финансовому результату. Давайте посмотрим, к чему это приведет, если мы с вами таким образом поработаем в течение месяца, в течение года. Причем я когда вебинар провел, где-то, наверное, через пару дней мне Зиновий Бондаренко, наш партнер из Рязани, он мне присылает видео, которое записали и партнеры, и команды. Вот, они, значит, после моего вебинара взяли Excel и просчитали, какой финансовый результат будет, если вот по этой схеме работать. То есть первый месяц берем январь, у вас два человека, второй месяц февраль у вас два человека личных, и на второй линии уже четыре, потом еще 2, 4, 18, 20, да. То есть понятно, что это не система, когда вы ее запустили, один раз там банк поставили, и что без вас нет, вы каждый месяц это делаете, продолжаете. Вторая тоже каждый месяц продолжает по 2 человека, ваша третья линия тоже каждый месяц по 2 человека и так далее. То есть ваша там седьмая линия тоже каждый месяц по 2 человека, они тоже приглашают. Таким образом, если мы вот это все посчитаем, причем если мы посчитаем только на пакет бизнес, то есть мы не будем сейчас брать пакет премиум и VIP, потому что там очень хорошая цифра получается, мы с вами посчитаем только на пакете бизнес. Если вот так вот делать по этому принципу, то, значит, за этот год у вас получится 16 365 партнеров. 16 365 партнеров. Просто представьте, еще раз, вы начинаете 2
Дальше ваша команда в следующем, то есть в январе 2 человека, в феврале 2 человека, у вас уже на второй линии там 4 человека и так далее. Это 16 465 партнеров. Нет, это нормально посчитано, то есть это с прогрессией, это с тем, что вы за это время 24 пригласите, ваша вторая линия за это время пригласит 20 партнеров каждый, третья линия пригласит за это время там сколько, 18 партнеров каждый месяц и так далее. 16 465 партнеров. И это получится около 570 тысяч долларов за год. И это только три вида вознаграждения. Мы взяли личку, мы взяли финансовые циклы и мы взяли абонентские платы. Значит, на 12 месяц вы пробиваете потолок по, значит, по ограничениям. То есть у нас есть ограничение 50 тысяч долларов в месяц. В неделю, то есть получается в месяц 200 тысяч долларов. То есть за 12 месяц у вас чек составляет 200 тысяч долларов. Он был бы больше, но вот есть ограничения. И вот за счет этих ограничений вы получаете 570 тысяч долларов в год. То есть смотрите, ребята, еще раз. Вы много раз слышали фразу о том, что успех – это ежедневные маленькие действия. То есть успех, он крайне редко бывает просто вот так вот, когда, ну, то есть вы что-то сделали, и сразу же там, у вас что-то получилось. Это крайне редко бывает, абсолютно крайне редко. Как правило, успех – это каждый день какие-то маленькие действия, каждый день, чуть-чуть, каждый день. И смотрите, вот всего лишь вот это действие, два партнера в месяц, всего лишь вот это вот действие, оно может в результате привести вот к такому результату. Почему это может привести к такому результату? Потому что если вы будете сфокусированы в течение года, то есть это не так, что мы сейчас с вами поговорили, говорите, да, идея классная, вы что-то сегодня поделали, и на завтра уже сдулись. То есть это тогда, когда вы в течение месяца фокусируетесь на этом. То есть у вас фокус происходит. И когда у вас фокус на этом, там, где фокус, там энергия, мир начинает подстраиваться. То есть когда вы фокусируетесь, вы говорите, так, мне нужна моя задача, это два партнера. Мир начинает подстраиваться, отвечать вам. То есть мир начинает к вам отправлять людей, еще какое-то событие, ситуация, да, для того, чтобы для вас это становилось правдой. Вот, поэтому... Вот мой призыв к вам вот с этим фокусом поработать. Более того, я от вас не отстану в течение года. Я для себя это решение принял. Я буду везде, со всякого друга, я буду вещать вот об этой истории. Я буду везде об этом говорить. То, что нужно два человека. Потому что я понимаю, что чем больше людей, которые будут включены в эту историю, чем больше будет людей, тем лучше нам с вами всем будет. Будет компания расти, будет клиентов больше, будет партнеров больше и так далее. Поэтому нам нужно с вами вот в эту историю фокусироваться. Если вы для себя ее принимаете, будьте как лидер, фокусируйте эту историю на свою команду. То есть надо об этом постоянно, постоянно об этом говорить. Мы с вами знаем, что нужно услышать 50 раз слово Coca-Cola для того, чтобы ее захотеть. Вот, поэтому... Это вот на сегодняшний... То есть давайте просто примем для себя, что вот в этом году, в 2021 году, это фокус номер один. То есть человек, когда в бизнес приходит, он спрашивает, что здесь нужно делать? Вы говорите, здесь нужно делать всего лишь две регистрации в первую линию. А теперь иди и ищи информацию и обучение, которое тебе в результате позволят это сделать. Так, теперь понятно, что это все идеальная история. Понятно, что вот это вот там каждый... два человека, это все идеально. Понятно, что в жизни бывает немножко по-другому. И мы с вами знаем закон Парето 20 на 80, 80 на 20. Давайте мы с вами вот этот закон применим к этой, ну, к этой статистике, к этому, то есть к этой математике. И я просто взял, что не все люди в вашей команде будут эту историю поддерживать. То есть из 10 человек в вашей команде только 2 человека это поддержат. Ну, представьте, то есть у вас команда 10 человек, и в ней только 2 человека включились в эту историю. Они говорят, да, действительно, все, давайте начнем, будем. То есть я для себя взял, буду вот прям год работать по этой системе. Только 2 человека из 10, представьте, 80 на 20. Если мы просто возьмем эту сумму и умножим на 20%, то у нас с вами получится 114 тысяч долларов за 2021 год. Если вы бизнес там только начинаете, то я думаю, что это нормальная цифра, к которой вы можете в течение года прийти. Ну или 8,5 миллионов рублей за 2021 год. Еще раз, это комфортный ритм. Это задача минимум, два партнера. Значит, мы взяли самые маленькие пакеты.
Значит, понятно, что вы можете делать там и 3, и 4 партнера, если вы там чувствуете в себе силы. 0,2 – это минимум. Понятно, что мы там взяли вот этот закон Парето 20 на 80. То есть мы со всех сторон, как могли, уменьшили эту сумму. То есть сделали, скажем так, ну, как бы снизили, да, ее. Вот. Но уже сейчас получается 114 тысяч долларов за 2021 год. И вы можете... Так, сейчас у меня следующий слайд. И на самом деле вы когда... то есть это может быть ну, план наш с вами, план, когда мы делаем каждый месяц два лично приглашенных. И теперь я хочу вас спросить, есть ли у вас план в вашем бизнесе на 2021 год? Мы с вами начали год, сейчас январь, да, мы с вами вошли в следующий 2021 год. И вот я вас спрашиваю, есть ли у вас план в вашем бизнесе на 2021 год? Есть ли у вас план, как вы хотите этот год провести? Есть ли у вас план, там, результат, к которому вы стремитесь прийти? Есть ли у вас цель, да, прописанная, что вы будете делать и какие результаты вы в этом году получите? Более того, вы можете с другими людьми разговаривать по поводу этого бизнеса, например, если у вас есть в окружении предприниматель, вы можете спросить, есть ли у тебя план в твоем бизнесе, как ты в 2021 году заработаешь там почти 10 миллионов рублей, есть ли у тебя такой план? Вот, можете спросить человека, если у него нет этого плана, можете сказать, я могу тебе свой план показать. У меня есть бизнес, и у меня есть там план, как я это сделаю. И у меня есть конкретные действия, которые мне нужно сделать. И смотрите, это звучит действительно круто. То есть у меня есть план, как заработать почти 10 миллионов рублей за 2021 год. И я знаю, что нужно для этого делать. И для этого нужно всего лишь в месяц делать вот две регистрации. Ну, и я не знаю, где еще, какая еще деятельность может дать такие результаты за вот такие вот простые, обычные вроде бы действия. Для того, чтобы есть бизнесы, в которых нужно там, для того, чтобы заработать эти деньги, нужно работать там 24 на 7, 365 дней в году, и не факт, что ты сделаешь. У нас с вами, ребята, есть классный результат, хорошая сумма за вот это вот всего лишь, вот за вот это действие. И это действие вы можете сделать, вот эти две регистрации вы можете сделать в течение одного дня. То есть в течение одного дня вы можете зарегистрировать два новых партнера. Это могут быть на пакете старт-селлер и так далее. И то есть эта работа за один день может быть сделана. Понятно, что нужно потом встречи провести, вот, но это уже второе. То есть первое, первично, это вот регистрация двух партнеров. Поэтому вы можете использовать вот этот вопрос на встречах с потенциальными партнерами, если это, например, предприниматели, спросите у них, у тебя есть план на 2021 год? Или хочешь, я тебе покажу свой план на 2021 год, как я, какие я буду делать действия в течение этого года для того, чтобы вот эту сумму, то есть вот этот доход создать. Вот, значит, и самый, наверное, лучший инструмент для того, чтобы этот год у вас прошел очень хорошо, и чтобы вы получили то, что вы хотите, самый лучший инструмент – это наше мероприятие «Итоги года» еще раз. На итоге года я тоже буду говорить вот об этом. Я буду со сцены говорить, вам еще раз напоминать. Вот. И итоги года, еще раз, это самый главный, самый лучший. Чтобы в феврале у вас, например, было два новых человека, просто на итоге года пригласите 2-3 кандидата, и они там примут решение. Причем это могут быть ребята, которые в феврале для себя примут решение, что они заходят в этот бизнес целенаправленно и год будут работать, минимум год будут работать по этой системе. Вот. То есть мы со всех сторон на этом мероприятии будем усиливать вас, усиливать ваш бизнес. Ну и понятно, что у нас там готовится очень большая презентация четвертой генерации, четвертого продукта. Мы уже об этом с вами говорили, и я уже об этом очень много тоже рассказывал. И очень важно быть в зале для того, чтобы вот это все услышать, то есть саму презентацию генерации. Мы будем показывать то есть в режиме реального времени, как это будет работать. Вот. То есть будет очень-очень много всего интересного. Поэтому очень важно быть на этом событии. Еще раз я пользуюсь случаем, напомню, что 25 января еще раз повышение цены. Поэтому еще раз, это акция еще раз для тех, кто любит принимать решения в последний момент. Значит, в понедельник у нас уже цены обновятся. И на этом у меня все. Я буду заканчивать. Спасибо всем тем, кто был онлайн. Вот, огромное вам спасибо.
то, что вы приходите, и здесь, в чате, у нас идет активная жизнь. Вот. Благодарю вас за внимание, и до скорой встречи. Уже через 2 недели мы с вами увидимся на нашем самом главном событии в Москве на итогах года. И, знаете, что мероприятие, я запросил информацию по декабрю. То есть я спросил у ребят, сколько у нас людей выполнило вот это вот условие, 2 лично приглашенных в декабре. Так вот, в декабре было 39 человек, которые выполнили условие 2 лично приглашенных. Я надеюсь, что в январе у нас с вами будет эта цифра больше, и каждый месяц мы будем прибавлять количество партнеров, которые за месяц сделали регистрацию 2 новых личных партнера. На этом все. До следующих встреч, до встречи на итогах года. Все, ребята, спасибо. Хорошего дня. Пока.